О, привет! Я тут немножко расстроился, обнаружил такой серьезный люфт в рулевой колонке и в переднем колесе в подшипниках в своем мотоцикле. Ну, не знаю, что делать. Ну, я сейчас вам покажу, чтобы вы поняли, о чем говорю. Ну, вы только посмотрите на это. Вот это. И на люфт колеса. Вот что с этим делать? Как можно эксплуатировать мотоцикл в таком состоянии? Сегодня планирую съездить на небольшой дальничок в город Чебоксары, точнее Новочебоксарск, катнуться на этом красавце. Опять насекомые заляпали мне всю камеру. Надо отвезти детскую коляску. Привезем ее вот так, ну, в транспортную. Хочется подметить, что нехилая парусность вот у этой конструкции. Больше 90 уже капец голову запрокидывает. У меня уже шея болит. Ждал, пока бензин кончится, чтобы ее снять. Бугагашенька. Хочу показать. Я тут еду во Владимир из Москвы, и за мной гонится гроза. Я думаю, что надеюсь, что свалю. Поехали. Двигаясь в сторону Владимира, я подъехал к достаточно затрудненному участку движения. Как оказалось, впереди была авария, была всего одна полоса, и проехать на автомобиле не представляло никакой возможности. Но как только я заехал в этот ряд, буквально через несколько минут, с правой стороны открыли дополнительную дорогу. Она там строилась и частично была грунтовая. Но мне все равно пришлось двигаться дальше, пробираться сквозь эту пробку на своем круизере, потому что другого выбора у меня не было. Местами было очень узко. Давно стоите? Ну вот он встает, а ты впереди. Да? Тебе вот надо было ехать. Мы сюда въехали, открыли вот эту полосу. А далеко там? Не знаете? Да я хрен его знаю. Там ремонт, по-моему, вон, не знаю. Вон, видишь, там слева. Я, может, попробую пролезть. Попробуй, они где-то вот здесь на ремонте в сандалии. Местами было очень узко, прям совсем, то есть проехать практически было невозможно. Мне пришлось сложить зеркала, и расстояние все равно местами было буквально несколько сантиметров до машины и до бордюра. Периодически фуры стояли в шахматном порядке, приходилось очень так сильно маневрировать мото-джимхана на круизер XE1600 нагруженном. Как ни странно, люди все реагировали достаточно нормально, ну, даже хорошо. Некоторые водители даже складывали зеркала, чтобы я проехал, потому что, ну, я говорю, очень мало места. Ну, за это им отдельное спасибо. То есть никто там не возмущался, не ругался, что я тут пробираюсь на мотоцикле, когда они там стоят и так далее. Все очень так были дружелюбные. Температура воздуха была под 28 градусов, то есть, несмотря на то, что не было солнца, было очень-очень жарко. Эта пробка, не знаю, сколько было, я не засекал километров, может быть, 2-3 или 4 километра. Ехал я там минут тоже около 20-30 минут по этой пробке, просто маневрируя между автомобилями то в одну, то в другую сторону, стараясь там не сбить пешеходов, которые постоянно, ну, точнее, это не пешеходы, это люди, которые выходили из автомобилей, потому что они уже устали ждать. Хотя, как я узнавал, они стояли достаточно, ну, недолго, порядка 10 минут они просто стояли, не двигаясь. Несмотря на то, что было очень жарко, хотел напомнить, что двигатель у мотоцикла с воздушным охлаждением в пробке проработал достаточно долгое время, и жар от него чувствовался достаточно сильно. Несмотря на это, на его работу это никак не сказалось, он прекрасно работал, стабильно, отзывался на ручку и так далее. Никаких признаков перегрева у него не было. Единственный такой момент, что после того, как я проехал эту пробку, заглушил мотоцикл и поставил его, ну, какое-то время просто стоять, то запустить его у меня получилось не сразу.
То есть мотоцикл с первой попытки не завелся. С чем это связано? Скорее всего, с тем, что здесь стоит один карбюратор, он находится между цилиндров, и там, скажем, очень-очень жарко. И бензин в нем либо испарился, либо, ну, скорее всего, не испарился, он очень сильно нагрелся до высокой температуры, повлияло на качество смеси, поэтому он сразу не завелся. Я посмотрел на форумах, есть такая проблема у, скажем, у этих моторов, то, что при долгом стоянии, при перегреве, при большом, если заглушить двигатель, достаточно плохо запускаться. Это просто, скажем так, особенность его конструкции, здесь, в принципе, ничего страшного нету. Хотя в прошлом году я ездил в Крым, я тоже там попадал в пробки, прям в стоячие. Тоже провел порядка 20-30 минут в таких проб, тоже глушил потом мотор, когда подъезжал после пробки этой, и он запускался без проблем. С чем это связано, сложно сказать, возможно, в качестве топлива. Ой, муха! Вот такая засада, здесь авария, не проехать. Полз я, не знаю, километра 2-3 и приполз. А вон народ там стоит. А потом открыли вот эту полосу, когда мы сейчас заехали. А назад ехать вообще не вариант. Ну, сейчас откроют вроде уже. Фу, у меня мотор вообще кипяток. Такие дела, народ. Да, и вот в этот момент я пытался мотик завести, и он у меня просто не заводился. Крутил стартер, и он даже не схватывал какое-то время. Может быть, пока чуть-чуть свежего бензинчика не натекло в карбюратор, холодненького. Я не знаю. Но со второй попытки он, в принципе, завелся без проблем, и я уже дальше поехал. Опять насекомые заляпали мне всю камеру. Плохие насекомые. Осталось 270 километров. Но придется ехать по темноте. А нам не привыкать. Сейчас, кстати, расход вообще получился 16,84, а проехал я 280 сколько-то километров, 282.